Так, девочки, ну что я купила маме в подарок? У нас у мамы, для мамы будет два подарка. Александр будет покупать, он с работы пойдет. Я вперед всех приду, потому что я сегодня не работаю. Я съездила за подарком. Приду маме, что-то помогу там накрыть на стол, а потом уже потянутся все гости. Покупала. Знаете, с хитрецой с такой. Нужно же было узнать мамин размер. И мы с Надеждой там схитрили немножко. Ой, что такое посыпалось из пакета. Так, ладно, сейчас вам покажу. Купил я от нашей семьи жакет, потому что была сегодня только я свободна и бегала в поисках подарка. Впереди весна. Даже летом, если вдруг похолодает, хотя в Саратове не похолодает, в Саратове жарко. Но весна-осень, я так подумала, мы посоветовались. И я приобрела вот этот светленький жакет. Маме вообще идут светлые тона. И я хочу сказать дамам уже за, идут светлые тона. Темные тона не очень. И вот я приобрела вот такой вот жакетик. Смотрите, он очень такой светленький, очень качественный. Он на пуговицах, так как мама у нас молнию не любит. В принципе, молния и не очень будет хорошо смотреться, я считаю, на жакетах. Пуговки лучше, пуговицы. Он имеет два кармана с одной стороны и с другой стороны. Ну, платочек носовой положить, салфеточки там. Телефон навряд ли. У мамы для телефона есть такая маленькая сумочка через плечо. Окантовочка черная идет у нас здесь. Карманы по карманам, по рукавам. И здесь на воротничке. Запасная пуговица есть. Вот она. И со стороны спинки у нас идет небольшой разрезик. Ну так, чтобы было не узко, чтобы было удобно ходить. Мне кажется, маме понравится. Я взяла чек, если вдруг, ну мало ли, я не угадала с размером, я поменяю. Договорилась, что возможен такой вариант. Почему нет? Говорит, ну, вы берете без примерки. Даже если бы даже и с примеркой, все равно обмен возможен. Сейчас опять все упакую, перекушу и поеду к маме помогать. Почему перекушу? Ну, потому что я же буду помогать, а не есть приеду. Мне кажется, очень даже неплохой подарок, правда? Как вы думаете? У нас опять всю ночь шел небольшой снежочек, но знаете, он такой был пушистый, такой красивый, такой, хотел сказать, весенний. Плюсовая температура, плюс 2. Пуговицы в тон, черненькие, хорошо. Мне кажется, очень даже хорошо будет. Покрой прямой с обратной стороны. Такой же рисунок. Так вот. И разрезик. Можно сказать, это жакет, полупальто даже. Облегченное пальто. Так, ну что, упаковываем назад все. Готовим подарок для новорожденной. Будут гости, приедут все близкие и родные, кто хочет поздравить маму. Ну что, собралась я, упаковала подарок. Сегодня разнаряжаться я не стала, потому что, ну, короче, одела я костюм, одела черные брючки и
черную кофточку, кофточка или свитшотик, называют по-разному. У нее такая вот желтенькая полосочка с одной и с другой стороны. И сама она черная, и здесь вот бренд. Скромно, стильно. И у меня, что у меня, серьги с жемчугом, под жемчуг. Такие вот сережечки. Я думаю, с черным костюмом будет смотреться очень даже неплохо. Ну и моя любимая сумка сегодня со мной. Обожаю ее. Я вам не показывала обзор на нее, но как-нибудь покажу. Вообще класснючая сумка. Почему я не стала надевать или одевать, или в гости с собой брать платье? Платье я надела бы, но, знаете, у нас снег. Сначала был гололед, потом снег, и вот этот снег, он припорошил лед. И если я обуюсь в сапожки, а платье с сапожками хорошо смотрится, то я боюсь, что сапожки у меня будут скользкие. А ботиночки, они у меня такие на тракторной подошве, они у меня антискользящие. Если даже я буду танцевать, кататься на льду, у нас сейчас Олимпиада, на Олимпиаде в Китае, то навряд ли я упаду там. А вот сапожки, знаете, когда одеваешь полушубок, и оттуда у меня будет выглядывать немножечко платьица, и в ботинках как-то это не очень. Хотя сейчас тоже это мода, это носят, но с сапожками было бы лучше. Итак, у мамули моей день рождения. Собирается вся наша дружная семья, кто хочет поздравить мамулю. Поэтому мы собираемся. Показывать я всех или не всех, не знаю, буду или нет. Не все согласны. Почему не все согласны? Стесняются. Не то, что боятся каких-то злостных комментариев. У меня на канале нет злостных комментариев, за исключением там парочку. И то это личные счеты со мной хотят свести. Я не обращаю внимания. Поэтому к маме на день рождения я надеюсь, самый первый гость. Потому что я сегодня не работаю, я прям собиралась. Ну, как собиралась? Утром встала. Думаю, раз у меня выходной, значит, я постирала, убралась, погладила, навела порядок на лоджии, так слегка, чуть-чуть. Поэтому потом приоделась и вместе с вами пойдем на день рождения. Решила вас взять с собой, потому что вы у меня друзья. А друзей приглашают на день рождения. Я ухожу, и такие грустные глаза меня провожают. Но мы к маме ездим в гости летом. Но вот зимой не хочу брать, не дай бог, вдруг простынут. Нет, все, пока-пока. Так, а здесь новорожденные. Да, там. Надежда Евгеньевна. Привет, Ульке. Мамуль, привет. Надь, с днем рождения. Надюшка, с деревни тебе привет. Хорошо. Так, мы накрыли уже на стол. Здесь у нас грибочки одного вида. Лук сверху, репка. Затем оливки, салат. Здесь у нас грибы другого вида. Ананасы. Нарезка из колбасы и сыра. Здесь у нас фрукты, яблочко и мандаринчик. Напитки различные. И мы застелили вот такую вот новогоднюю скатерть. Почему новогоднюю? Потому что мама родилась у нас в феврале. Рассказывала, что родилась, когда была сильная вьюга, прям такая пурга. Поэтому и решили застелить, ну, новогоднюю. Февраль – это еще зима. Поэтому вот так у нас получилось, девочки. Но это еще не все. Там селедка под шубой созревает, ее украшает Надежда. Мама бегает, хлопочет. Сейчас нужно ей сказать, чтобы она переоделась. Скоро уже остальные гости потянутся. Вот так вот у нас красиво получилось все. Мы накрываем на стол, а там Кузьма ходит.
выглядывает. Мы сейчас его найдем. Вон он. Вон он. Кузя. Кузенька. Скажи, так любопытно, что происходит. Скажи, и Светлана пришла, скажи, тут как тут. Всегда она, скажи, тут приходит. Так, ну что, думала вам поснимать Кузю, а Кузя-то он такой у нас. Не выйдет, пока не привыкнет. О, кто-то пришел. Так, ну что у нас здесь? Селедка под шубой появилась. Никто, главное, не идет открывать гостевую. Телефон. А, по телефону. Кузя, 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 Кузя. Кузенька, Кузенька, Кузеньку. Мама сегодня целый день поздравляет. Телефон разрывается. Так, Кузь, ну выходи. Ну он такой скромный, скромный. Кс-кс-кс-кс. Очень красивый котик. Кузька. Кузик. Сейчас, когда все сядут за стол, тогда и я тут, скажи, тут как тут. Вот ты отошла? Ага. Он просто это самое так стесняется. Вы его взвешивали? Да. Зубы аккуратно. Сколько в нем? Похудел на 100 грамм. Да боже ж мой. А сколько в нем сейчас? Не знаю. 6 с чем-то, по-моему. Ему год исполнился вот недавно. Да. Мы уже большие. Это бенгал. Мы уже большие. Кузя. Давай, мой хороший. О, господи. Где наша именинница? О, здрасте, здрасте, всем привет. Давай, разделяйся. Дверь закрой, а то еще кто-нибудь зайдет. Привет, опускай. Мам, так сегодня день рождения же можно. Красиво. Ты ему не сказал, зачем купил? Нет, не чуть не сказал. Тут Надежда еще покажу. Так, ну вот у нас мама меряет уже жакет по колено, да? Середина колена, наверное. Или нет? Или повыше колена? Повыше колена. А колено? А ручки из кармашек? Ну хорошо, кармашки, они у нас идут наискосок. Видите, такие. Да. И светлый цвет маме идет. Некоторым идет темный, но мне кажется, взрослым женщинам темный не очень. А здесь оно как бы и темненькое, и светленькое. Розочки стоят. Как мамы эти называются? Хризантемки. Хризантемки тоже стоят. Все свеженькое и красивое. А вот этот вот календарь мы с Надеждой покупали. Ей очень понравился. Она говорит, хочу такой. Я вот не вешаю себе. А Надежда решила себе так повесить. Ну что, мам, нравится? Нравится, да. Мама в зеркало еще смотрится. Конечно. На ножницы. Этикеточку. Там пуговка запасная, если вдруг потеряется. Нет, там пластиковая такая штука. Длина рукава хорошо. Мне вот длина рукава всегда длинновата. А маме нормально. Угу. Ну все, носи на здоровье. Спасибо. Так, ну что, мы перекусили. И теперь переходим к сладкому, к чаю. Надежда купила, зашла... Где? В Яблоньке, да? Угу. В Яблоньке зашла пирожные. Вот такие вот купила. Смотрите, они какие красивые. Фисташка плюс сверху золотая патина. И тортик. Ну вот с тортиком труднее, я не знаю, как его туда достать. Как его туда достать? Ай, упала. Держите. Здесь Надежда чек. Отчитываться. И тортик. А как называется? Яблонька. Яблонька называется. Да, наш фирменный яблонька. Очень вкусный. Вот кто из Саратова, тот знает, что яблонки были и лет 30-35 да. Были еще вкуснее. Мы покупали, не мы, нам покупали на свадьбу красивучий торт
яблонька такой продолговатый. Но он другой немножко. Но он был... Ну, здесь вот такой. Всем приятного аппетита, а нам чаепитие. А там за столом идет политика. На любые темы, но политические. Да, одеваюсь. Маме вот такие вот цветочки подарили красивые. Розочки розовые. И это астра или что это? Хризантема. Красота. Все, гостей спроваживают, говорят, спать пора уже. Время уже первый час. Ну, мы посидели, пообщались, поговорили. Первая партия гостей ушла, потом вторая партия, потом третья. Ну, уже только на правах... Только с вами уйду. На правах сестры с зятем мы уходим последние. Ну, на этом все. Пока-пока. С вами, конечно же, была Светлана и Надежда. И наша именинница Мамуля. Мамуль. Я тут. Всем пока-пока, девочки. И кто это такой? Его и незаметно он на покрывале лежит. Его и не видно. Но красавец. Себе не можете представить. Он, во-первых, очень красивый. У него и на грудке. Но он пугливый такой, знаете. Кузя, мы просто на тебя посмотреть хотим. Ну, пугливенький. Потягушечки, потягушечки. Девочки на тебя хотят посмотреть. Это мой пакет стоит здесь. Ты мой сладкий-сладкий. Ну, какой он красавец, а? Ты его не сфотографировал? Ну, вот я его снимаю, но он как-то... Кузя! Ближайшие два часа. Да, Александр, спасибо большое за звонок. Спасибо, Саша. Давайте еще больше шутим.